Праздничные гуляния и торжества в эти дни проходят и в регионах. Люди радуются продолжительным выходным и созданным условиям, чтобы провести интересный и приятный досуг. Подборка материала далее. Если оглянуться назад, то перед нами предстанет картина длиною в 27 лет. За это время многое произошло. Многое происходит и сейчас, так за последние годы. На глазах растут города, преображаются села, возводятся новые предприятия и заводы. Даже самые отдаленные адреса наполняются благоустройством. Современность буквально укореняется в каждом уголке страны. По-особенному отмечают в этом году праздник жители Джизакской области. Центр региона. Обновленный молодежный городок. Поздравления, радость, улыбки. Разговор о ценности самостоятельного в пути, изменениях и реформах. Пожелание у всех одно – чтобы мир был, спокойствие, благополучие и достаток. Независимость для нас – великое благо. Этого хотели наши предки – быть самостоятельными, свободными, равными среди других. Мы, молодежь, выросли в годы независимости, учились, работаем. В преддверии праздника я получил государственную премию «Март Оглан». Эта награда – моя большая гордость и в то же время огромная ответственность перед страной. Основные праздничные торжества в честь 27-летия независимости состоялись в комплексе «Форум». В выступлениях шла речь о том, как развиваются различные сферы в регионе, достижениях и успехах. Независимом Узбекистане, его дне сегодняшнем и завтрашнем. Говорили о бесценности Родины, о трепетном отношении к ней. Есть чем гордиться в праздничные дни жителям Новоильской области. Здесь в рамках программы «Абат Кушлах» в 17 селах региона проведена масштабная созидательная работа. Только в 5 районах города Новоиль 168 лиц с ограниченными возможностями из малообеспеченных семей получили ключи от квартир в новых многоэтажных домах. Что мы достигли и что впереди? Пожалуй, на эти вопросы может ответить только сама жизнь. Все, что происходит вокруг, настроение на лицах людей, говорят сами за себя. Главное, как отмечалось на основном торжественном мероприятии в амфитеатре города, это мир и стабильность, благополучие и процветание родной земли. Особый акцент на царящей в эти дни особой ауре добра, теплоты и гостеприимства. Я несколько раз участвовал в праздничных мероприятиях, проводимых у Астрани. По-особенному отмечается праздник независимости. Впервые вижу такое отношение к дате организации такого праздника. Просто восхищен. Кульминацией мероприятия стала концертная программа, наполненная яркими аккордами красочного праздника. Новую дату, годовщины независимости Узбекистана, в приподнятом духе и настроении встречают и сырдарьинцы. Здесь, в преддверии праздника, сданы в эксплуатацию свыше 50 социально-экономических объектов. Благоустраиваются села, где проживает основная часть населения. Для них создаются современные условия жизни. Уделяется внимание махалле, женщинам и молодежи. Меняется мировоззрение, укрепляется гражданское сознание людей. Я начал свою трудовую деятельность ровно 51 год назад. За это время только теперь мой скромный труд был награжден и отмечен руководством страны. Это моя первая государственная награда. Орден дает мне новые силы и энергию. В дальнейшем сделаю все, чтобы оправдать оказанное мне доверие. Программа торжества, представшая в ярких красках с использованием современных технологий, транслировалась в самых оживленных местах и аллеях Гулистана в режиме онлайн. Стихи и песни мастера искусств посвятили самому дорогому – Родине, где царят мир и спокойствие, а движение вперед, уверенно, продолжится добрыми устремлениями и благими начинаниями.